Я зашла оттуда, вышла, и вот здесь вот, ну, это причал, причал, Оклендский мост, вот он какой. Самый длинный мост в мире, что ли, или какой там, в Сан-Франциско, по-моему. Не в мире, наверное. И вот эта гора, и через нее туннель идет, и дальше опять мост. В общем, а я пойду, здесь много скамеечек, люди вон там вот усаживаются, я видела. Есть кто с чемоданами здесь ходит. Здесь усаживаются, смотрят, любуются. Я видела там столы, я пойду за столик сяду, поем, позавтракаю. И пойду в Сан-Франциско. Вот отсюда я пришла, вон наш кораблик. Он этот... Ларксбор, говорит, Ларкспур. Ларксбор. Там даже где-то кофе продавали. Ну ладно, это в другой раз. Чуть не хочется мне свои $20 разменивать. Мало ли еще понадобится. Так, сюда сажусь. Пока отключаюсь. Я взяла с собой еду. Вот два яйца отварила, спаржу. Там помидоры, огурцы. Апельсин накрошенный, яблоко не рискнула взять с собой, чтобы живот не схватило потом. Извините за подробности. Это же яблоко. И здесь бутерброды там с рыбой. Копченый. Это с сыром. Так, а это со сливочным маслом. Начинаем со сливочного масла. И это спаржа. Ой, спаржа, говорю, вот спаржа. А это этот селери, сельдерей. Ну, это на весь день мне, больше нету. Ну, все, пока. Привет. Я приехала в Сан-Франциско из этого парк Кура, что ли? Парк Кура. Забываю название все время. Там прошла, дорогу перешла, какой-то тип как парк, вон эти... или что это, и там лесенки такие, и с этой стороны тоже не видно. Здесь, значит, еще дорогу потом перешла, там еще эти фермерские такие палатки стоят, ну, я не стала смотреть, что почем, но все есть там, и лук есть, и абрикос есть, кто проголодался. Значит, здесь такой фонтан интересный, сейчас я его приближу, и вода такая зеленая, белая-зеленая какая-то, ну, в смысле, она не белая, а мутная. Так, сейчас они пройдут. В общем, моя цель сегодня была покататься на трамвайчике. Вот этот открытый трамвайчик есть, пойду искать его. Вот такая цель только была. Я даже сама не знала, что я буду здесь в Сан-Франциско делать. Не стала садиться там вот какой-то троллейбус или трамвай, что-то был. Хочу вот на этом покататься. Поэтому взяла с собой кэш. Я не знаю, как там платить надо, в автобусе или где. Хаят Редженси. Ну, это гостиница Хаят высокого класса. Там опять какая-то инсталляция или скульптура какая-то. Так, жарковато. Надо снять мне этот свой... Ну вот меня такой не интересует. Мне хочется такой открытый, который. Найду я его или нет, не знаю. Какие-то деревья, а это платаны, чинары. Вот эти чахленькие, беленькие такие. Так, этот меня тоже не интересует. Так, кепку надо уже здесь снять. Тень здесь. Так, кафешка какая-то. Кофе, в принципе, можно было попить горяченькое что-то. Гуляю по Сан-Франциско. Вот что это такое, я не знаю. Может, это для газет? Free take one. Свободно одну штуку возьмите. Надо взять.
Вот, чтобы мне не заблудиться, вот эти вот часы, я когда выходила, уже позавтракала, 10 часов. Вот туда надо прийти, чтобы обратно поехать домой, в Санта-Розу. Там люди велосипеды брали, я видела. Но я не умею еще это делать. Дядька странный. Вот открытый трамвайчик вижу. Где-нибудь он меня еще высадит. Мне потом как добираться. А нам надо вот около этого Wells Fargo. Не пойму я здесь, как что. Но пахнет за границей. Он сюда едет. Один вагончик. Сейчас посмотрим. Там еще и второй вагончик стоит. Вот он. Сюда приехал. Я взяла с собой зарядку, сейчас заряжаю. Пока я завтракала, тоже вот у меня на зарядке был. Так, а что ж теперь делать-то? Вот на таком бы я хотела. Открытый, чтоб он был. Вот так сесть и это снимать видео. Какая-то конечная, что ли, здесь. Здесь вроде вот это желтое отцепляется. Где платить надо, не знаю. Railway. Я взяла с собой этот словарик, разговорник английского языка, да? Ну, это бесполезная вещь. Я уж как-нибудь, опираясь на свои знания, спрошу у него. И не знаю, стесняюсь спросить, не спросить. Где я могу сесть на этот railway? Сейчас спрошу у него. Отключаюсь поэтому. Я его спросила на ломаном английском. Он мне разрешил сесть сюда. Я ему деньги протягиваю, что-то он другого мне другого показал. Но я надеюсь, что я смогу на этом же этот, трамвайчике, railway этот, написано было, назад к этим часам вернуться. Так, надо сумку застегнуть. Где там? Остановка, может, не знаю. Два раза он это сигналит. Остановился и тронулся. А никого нету. Я этот, он мне показал, что можно сюда сесть.
А там было закрыто вот это желтое. Я не знаю, видно было там или нет. И я ему так показала, что этот перелезть под низом. Он да, сказал. И показал мне место сесть. Там на двери было написано, что $8 стоит один проезд. One way. Ну, в общем, у меня единственная цель была, чтобы покататься на этом трамвайчике. А так я даже не знала, что я буду делать в Сан-Франциско. Один вагончик здесь. Я-то думала, там поезд целый, а это вагончик. Но они, по-моему, разные. Есть еще красный. Гостиница какая-то. Люди с чемоданами.
пока стоим и тихо. Вот. Открытый он. Да. Вот этот. Трамвайчик. То сумка упала, она же могла вывалиться, он мне сделал замечание. Теперь тоже думает, что у меня эти баклажки, вот это все тоже упадет. Ну, я ему показала, что не упадет ничего. Вот дома интересные. Гортензии, по-моему, называются, да, вот растут. Ну, может быть, это и не живые. Что-то они какие-то все засохшие. Мне смешно стало. Я всегда спрашиваю, здесь люди живут? Трейди Джойс. Заехали очень далеко. Обратно бы дорогу найти. Интересно, машина стоит здесь на путях. Вот такие остановки, люди стоят с чемоданами, с сумками. Вот это дерево и столб, это вам остановка. А дальше рельсов не видно. Вот вверх туда. И все фотографируют, все снимают. Это же диво такое дивное. Ну, я их снимаю, они меня снимают. Ну, в смысле, они и меня снимают, конечно. Guys, we're only taking about 40 of you guys right now. 40 of you guys.
Что-то он сказал, 40. Так, вот здесь вот заканчивается, и мы, наверное, обратно поедем. Ну что, я поеду обратно. Так, жалко, я эту сторону снимала. Мне как-то надо на ту сторону, что ли. Вот на ту, ту сторону снимать. Надо было пересесть, наверное, туда. Ну ладно, ничего. Так, остальных не пустили. Сказали, too many. Ну ничего, я там в конце расплачусь. Обратно туда. По прямой приедем к тем часам. Группа какая-то. Или нет? Ну, много не разрешают садиться. То ли из-за карантина, то ли тяжело. Он сказал, фу, а по-моему, за строй только сидит. Ну ладно, я тогда отключаюсь. Моя цель выполнена, что я на трамвайчике вот так покаталась. Естественно, он же не будет плутать по улицам. Вот он вот так вот по прямой. Вот здесь заканчивается. И он вниз пойдет. Ну, когда он будет вниз идти, тоже, наверное, интересно. Может быть, это другое уже видео будет. Да, другое будет видео. Пока.